Для Польши, как взаимоотношения с ближайшим соседом России, президент Назарбаев говорил аккуратно, но достаточно откровенно. Слова главы Казахстана собравшиеся встретили аплодисментами. Мы становимся друзьями. Я посмотрел, есть польская пословица: друзья приходят издалека, а враги растут рядом. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением.